В это время наше население города, области имеет право прикрепиться к той поликлинике, которая находится рядом с ней, или к той поликлинике, которая рядом с местом работы. Ну, для кого как удобно. Но желательно прикрепляться, конечно, к той поликлинике, которая находится рядом с вашим местом жительства. Потому что при прикреплении рядом со своим домом участковые врачи имеют возможность прийти к вам домой. Если вы вызовете скорую помощь, сейчас четвертой категории сложности скорой помощи, она прикреплена к поликлиникам, эти машины приезжают именно на ту территорию, в которой пациент проживает.